На праздник, аналога которому пока не видели даже наши корреспонденты, собрались несколько десятков человек. От молодых огородников до садоводов со стажем. Все угощения принесли с собой, сами же и развлекали себя как могли. Самым приятным моментом праздника стало вручение грамот опытным садоводам. Сегодня из тех, кто работал здесь 55 лет назад, единицы. Говорят, что в 90-е и 2000-е годы сады побросали из-за тотального воровства. Сейчас огородничество вновь становится популярным, и поэтому заброшенные участки раздают всем желающим. Совершенно бесплатно. За ними можно обращаться к членам правления садового товарищества ЮМЗ-7. И кто знает, возможно, на праздник по случаю 60-летия соберутся уже не десятки, а сотни орских садоводов. У нас природа хорошая, Урал рядом. Вот, воздух, никеля нет теперь, то никель немного подпортил воздух. А сейчас у нас зона такая чистая.